Dá-lhe a capoeira. Это самурай? Это монгол. На лапландерах? Это монгол? Жесткий, глумится, да, над всеми? 31-е. На 10,5? Ну, Нива ж тоже, видишь, проехала ж. Зачем платить больше? Согласен. А ну, по твоей траектории вернется? Ой, такой-то новенький на Шевроле Ниве, мажор какой-то, да? Это мажор какой-то на Шевроле Ниве, да? Да-да, резину снимай, резину, может ты хоть знаешь, хоть ты хоть. Здорово, что-то такое. Привет, волосатый. Ух, блин, какой у тебя шея за год выросла, ты что, была на 2 сантиметра тоньше была? Нет, такой же. В прошлом мае, да что ты рассказываешь, я ж помню. Ты дал установку похудеть, я похудел. Точно?
Блин, что ты, ключи ищешь или? Ну, я тебе говорю, лучше, чем у него. Я тебе говорю. Я за телеграм-канал. Сиденье. Серьезная машина. Блин, а как начинал? Какие машины были, да? Можно надо больше. Ты не мог раньше сказать, где искать? Не, надо просто больше их делать. Так, чтобы и нога не провалилась, но и так, чтобы... Как заводские. Не, лучше себе увлечу. Нет, надо и причем такие, оттуда. Как ванная, такие, знаешь, что-то большое такое, чтобы лучше бы засасывало. Шпок, да? Так, вот серьезная машина едет. Кто это? Миша, подожди меня. Да, что-то 70-ка приводнилась. Бодя, где твои белые кроссовки? Бодя, ты посмотри, как начинал в белых кроссовках, что до чего дошел. Вот такой рулевой насос-дозатор. Ехал хорошо, понижение серьезное, на холостых едет.